Яндекс Ньюс. Добрый день, уважаемые слушатели. Это программа «Разворот». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копейн. И сегодня у меня в гостях профессор, востоковед Леон Тайван. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот Нагорный Карабах, на ваш взгляд, что там происходит? Потому что, когда я говорил с экспертами и с армянской, и с азербайджанской стороны, они уже не называют это эскалацией, они говорят, что это полномасштабная война. Вот согласны с этим? Я согласен, потому что, понимаете, предшествующие, начиная с 1994 года, когда закончился подписанием трехстороннего такого документа, назовем его так, все три стороны их подписали, в общем-то, эпизодические столкновения имели место, они, в них, если можно так сказать, участвовало стрелковое оружие, без тяжелой военной техники проходили какие-то локальные столкновения вокруг отдельных точек в связи с отдельными там подвижками войск или что-то такое. Ну, это были такие столкновения. И надо сказать, что вот последние дни, когда уже намечался этот конфликт, о котором мы сегодня говорим, это была последняя неделя перед ним, или даже две недели, высказывались разные спекулятивные предположения. И комментарии, доминирующие, или вообще даже 100% комментариев, заканчивались тем, что ну, это будет очередное там, столкновение, очередные там будут некоторые бои, потом все это как-то успокоится ну, усилием там, международных посредников и что-то в таком духе. Сейчас уже говорят о войне, и я думаю, что здесь основания некоторые есть, потому что, во-первых, участвует уже тяжелая военная техника. Да, там танки, вертолеты, системы залпового огня. Это танки, это вертолеты, это тяжелая, значит, другая техника. И это означает, что это уже война в таком смысле. И другое, ну, раньше мы считали, что войны это длятся годами, да. Но я думаю, что начиная с последних декад прошлого века, когда там Израиль и воевал на Ближнем Востоке с Египтом, там уже семидневная война, и войны исчислялись днями уже. Ну, это полноправная и полноценная война считалась. Так что есть основания назвать это войной, несомненно. Я думаю, что и последствия будут более серьезные, чем просто боестолкновение. А почему сейчас? Почему это произошло сейчас? Вот. Ну, это, знаете, это очень трудный вопрос. Почему сейчас? Ну, имеется разная спекуляция. Я должен сказать, что, как мне видится, вот мы живем сейчас очень интересное время. Я изучал историю, ну, восточные языки истории, я историк-востоковед, и как-то сокрушался тогда, что, понимаете, вот ничего не происходит. Жизнь столь стабильна. Так очень тихо. Да? Это были, да, это был конец второй половины 60-х годов, что ничего не происходит. Сейчас происходит каждый день. И очень такие глобальные перемены, и даже комментаторы, даже опытные специалисты не могут толком сказать, а чем это кончится. И сегодня тоже довольно затруднительно это сказать. Но вы задали вопрос относительно того, что, с чем это связано и почему это возникло. Ну, надо сказать, что ситуация тлела постепенно, и я… Ну, спекуляции разные есть. Одна из спекуляций связана как-то с Белоруссией, разговор о том, что в Азербайджане, и здесь надо оговориться, что большая часть комментаторов все-таки винит Азербайджан как зачинщика этих боестолкновений, хотя мы прекрасно видели предшествующую неделю, что готовились обе стороны. И что в Азербайджане назревает недовольство населения. И, как известно, значит, небольшая победоносная война всегда была одним из крайних мер для того, чтобы предотвратить внутреннюю какую-то напряженность. Может быть, это так, может быть, и не так. Трудно ответить. А другой вопрос – это Эрдоган. То есть Турция поддержала Азербайджан? Турция, да. Турция, в общем-то, всегда поддерживала. И, ну, здесь, может быть, некоторые предисловия нужно сказать. Понимаете, когда Ататюрк потребовал от участников, победителей Первой мировой войны независимости Турции,
он позиционировался таким образом, что да, Османская империя повержена, но Турция не требует восстановления Османской империи. Пусть она сгинет. Турки тоже были порабощены Османской империей. Мы хотим этнической, национальной, тогда это было очень модно, так сказать, национальная независимость национального государства турок. Мы не хотим османов. И тогда даже и государственные власти Османской империи называли себя османами, не турками. Турки – это был простой народ. Ну вот, так простой народ хочет свою республику, а почему бы нет? И победители Первой мировой войны, значит, на это согласились. Но в 1953 году, прошло уже, как вы понимаете, так сказать, несколько десятилетий после провозглашения независимости, в 1923 году, да, 30 лет, Турция повернула, значит, свое политическое дышло в другую сторону. Речь идет о чем? Была годовщина занятия турками Константинополя, что случилось, как вы помните, в 1453 году. Полтысячи лет прошло. И с этого момента Турция потихонечку начинает политически двигаться в сторону неоосманизма, как это сегодня называется, то есть восстановить потерянные территории Османской империи. То есть, такие имперские фантомы получаются? Это имперский фантом, да, и он, значит, так сказать, в середине прошлого века произошел. И Эрдоган свою политическую карьеру в значительной степени, особенно будучи мэром Истанбула, он строил на вот этой политике. Это была одна из, так сказать, черт, один из таких направлений его политической деятельности. И это в Турции очень живет. И первый шаг – это пантюркизм. Говорят, что это новое явление. Пантюркизм – не новое явление. Пантюркизм совершенно ясно имеет место быть с середины прошлого века, когда еще существовал Советский Союз, и все остальные тюркские, тюрками населенные народы жили в составе Советского Союза. Уже тогда Турция тихо глядела в сторону, так сказать, объединения тюркских народов, то есть по этнической линии пошло. Да? Османская империя создавалась по религиозной линии, так сказать, мы там объединяем мусульман, а здесь, значит, по этнической, это что-то европейское, прикосновение, значит, тюрок. Когда Эрдоган стал у власти уже всей страны, вот эта линия продолжалась, и Азербайджан уже давно имеется в качестве очень серьезного сторонника Турции, союзника Турции. Ну, две страны, один народ, как они говорят. Но в какой-то степени. Азербайджан, конечно, сложный случай, потому что ислам он получил из Персии. И поэтому там они шииты, понимаете, и с турецким суннизмом там вроде как бы есть противоречие. Да? Да, но на этнической волне это дело идет. И надо сказать, что, ну, во всяком случае, пока Турция еще придерживалась какого-то более-менее секулярного направления, то не было никаких проблем между Азербайджаном и Турцией. Армяне – это враги для Турции, учитывая, что Турция не признает геноцид армянского народа, на этом тоже многое построено. Это история более древняя. Тогда мы должны, если мы хотим так с исторической точки зрения говорить, то история оправдывает армян. Почему? Потому что примерно с тысячного года начинается движение тюрок от Центральной Азии в Центральную Азию, да? Они идут с севера Китая. Тюрк-Огюз, эти племена, значит, они идут между Каспийским морем и Черным морем, идут на юг и занимают Малую Азию, в конечном итоге, где жили греки. И армяне. Там была Великая Армения, которая простиралась от Озраван до Средиземного моря со своей столицей в Карсе. Ну вот. И тюрки, в общем-то, ассимилируют, прогоняют, ну, в общем, осуществляют всякое насилие, объявляют армян и греков гражданам второго сорта, как это в исламе, значит, в средневековом исламе было принято.
И таким образом армянское население является страдальцем, если можно так выразиться, на протяжении многих столетий, с 1000 года. Ну, а потом, значит, армянская резня времен Первой мировой войны, Турция не признает, считает, что это военный эпизод, там резали один другого и третьего. Ни одни армяне пострадали во время войны, если говорить об этнических группах. Это, конечно, так, но, с другой стороны, архивные материалы, историки уже знают прекрасно, что действительно армянская резня была, она была ужасна, и погибли не менее 1,5 миллиона армян, а то и больше. Так что армяне это забыть не могут, турки не хотят признаться. Есть разные предположения, почему это, либо они не хотят платить компенсации, как немцы платят евреям и всем пострадавшим, либо у них там такой глубокая ненависть. Ну, я бы сказал, что присутствует и то, и другое. Страсти крайне накалены между этими двумя народами. Они очень древние, очень древние. И ну, что скажешь? А в советское время, вот учитывая, что понятно, что вокруг Советского Союза много мифов, и история про дружбу народов – это тоже еще один миф, но, тем не менее, Советскому Союзу удавалось как-то сбалансировать Армению и Азербайджан, как они взаимодействовали в советское время? И на основе чего строил Советский Союз эту политику? Ну, советская политика, я прекрасно понимаю, помню и понимаю. Ну, надо сказать так, что там ситуация была следующее. Пресс идеологический и карательный был столь силен, что голову поднимать особо там, если ты не хочешь, чтобы там тебе сделается кирпашка, голову не надо высовывать. Это было совершенно ясно. Но я жил на Кавказе, жил не один год, и ну, это начало 60-х годов. Да? Начало 60-х годов. Я прекрасно помню. Все эти трения, они такие бытовые, но эти трения постоянно были. И особенно выражены они между азербайджанцами и армянами. Я жил как раз на территории Грузии, в Марнауле. Это азербайджанское село. Там сейчас азербайджанский университет имени Алиева. Ну. Между тем, да. Имени Гейдара, наверное, да? Гейдара. Или Хам еще пока. И странным образом он, значит, устроен в бывшей школе, в которой учился Евгений Примаков, мой бывший начальник и премьер-министр России. Примаков ведь они были знакомы с Гейдаром Алиевым? Конечно, хорошо, они конечно, дружили, да, конечно. Они и в гости ездили, хорошо помню эти все эпизоды. Вот, но так, ну... Мы когда приезжали, вместе летели в это самое, через Азербайджан, так Алиев приходил встречать его, значит, к самолету, остальные там сопровождающие лица сидели, смотрели, так сказать, в иллюминатор, как встречается большой начальник. Вот. И да-да-да, все было. Но дело-то в том, что тогда вот эти самые отношения были такие, ну, на бытовом уровне всегда напряженными. Но Пакс Советикус, значит, конечно, заставлял всех вести себя нормально. Но и терпеть друг друга, потому что всегда был старший брат, который, значит, мог привести в чувство любого. Но в 1988 году, когда начинается вся эта перестройка, да, начались требования в Карабахе восстановить их, так сказать, в своих армянских правах. И, конечно, понимаете, в обстановке советского такого идеологического давления азербайджанцы на территории Карабаха, конечно, творили там, ну, в основном политику в своих интересах, каких-то культурных интересах. То есть старые хачкары там уничтожались, ну, под общим шумом, там, скажем, атеистическая пропаганда, старые церкви. Армяне по этому поводу страдали. Там, как вы понимаете, армянская церковь очень древняя, они с третьего века. Наша рижская, там, скажем, старый город – это новострой все по сравнению с Арменией. Поэтому там это был большой и культурный ущерб. Ну, азербайджанцы это все делали. Армянам это не нравилось.
И поэтому в 1988 году Верховный Совет Нагорно-Карабахской автономной области послал такую, значит, петицию, подписанную 80 тысяч местных жителей, Верховный Совет СССР, Верховный Совет Азербайджана, Верховный Совет Армении с просьбой, значит, армянами населенную часть Нагорного Карабаха воссоединить с Арменией. Вот такое было прошение. Ну, а параллельно, конечно, это происходило на определенной волне такого, значит, национального ренессанса. Армяне стали там, понимаете, как-то себя чувствовать, ну, более сплоченными и стали, в общем-то, требовать этого. От азербайджанцев они дождались реакции. Началось Сумгаить в Баку в том же месяце. А, нет, в Баку это было осенью, это было в марте, значит, осенью было, уже был армянский погром. Армянский погром и в Шуше был, и в Сумгаите, и в Баку. Начался исход армян. Оттуда они направлялись в Армению, в Армении места всем не хватало, значит, значительная часть поселялась в Карабахе. И движение такое же, примерно 12-13% населения Армении, азербайджанцев, двигались в противоположном направлении. Это было страшное дело. А потом позже начинается война. Но до этого интересно, что советская власть со своей идеологической, так сказать, закваской совершенно потеряла авторитет. Никто их не слушал. Ни в Азербайджане, ни в Армении. И азербайджанский лидер вынужден просто был уехать в Москву. А новый лидер, он уже взял на вооружение, так сказать, национальную ноту. Вместо советского интернационализма все национальные интересы, там обида, там армяне, там вот такие-сякие, мы азербайджанцы, мы там выстоим, ну и так далее, и так далее. Армения то же самое, то есть зеркальная ситуация. Так что на сегодняшний день надо сказать, что ситуация, она унаследована с тех пор. В Азербайджане, так сказать, все эти 30 лет сейчас, да, независимости Азербайджана, вот эта национальная истерия, она продолжалась. В Армении, я бы сказал, в большей-меньшей степени тоже противостояние азербайджанцам актуально и Турции. И таким образом, понимаете, это очень застарелый конфликт, который, я думаю, что добрыми усилиями обоих сторон уладить не удастся. Сейчас делаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Нет, нет, у нас перерыва, подсказывает звукорежиссер, значит, не будем прерываться, продолжим сразу. Я могу, значит, добавить к этому, что в 88 году, да, я участвовал в 89 году, в некоторых миссиях по урегулированию ситуации. Там ввязался Академия наук СССР, тогда я работал на ведущей должности, и вместе с специалистами по этому региону, это было Старовойтово покойно, это ввязался в это дело Андрей Сахаров, Андрей Борисович Зубов, ныне такой опальный профессор история, в России. Да. Из МГИМО его уволили в свое время. И его из МГИМО. Из МГИМО, да. За Крым, кажется. Ну, я там был академик Пивоваров, там участвовал. Мы, значит, пытались с этнической, с географической точки зрения взвесить ситуацию с нейтральной позиции и пришли к выводу, что вопрос можно было бы решить путем плебисцитов, то есть, проверив районирование отдельных регионов, потому что там в район Карабах, там еще клинивается курды, там такая пестрая, понимаете, картина. Можно было выровнять территории, обменяв некоторые районы Азербайджана на армянские. Некоторая часть, не очень большая, могла переселиться, там, скажем, по этническому принципу. И можно было, во всяком случае, можно было обсудить этот вопрос территориального размежевания. Ну, такое размежевание имело место также в конце Первой мировой войны, когда грекам надо было найти, куда им податься из Османской империи
а куда туркам деться? Понимаете, которые жили там во всей более поздней Восточной Европе, да? Включая там Болгарию и так далее. Куда им было деваться? Им тоже надо было куда-то вернуться. Ну, примерно по этой схеме можно было решить Карабахский кризис. Но поехали туда на переговоры, ну, предварительные, с руководителями республик Азербайджана и Армении, и Карабаха. Поехал Сахаров, поехал Старовойтов, поехал Зубов, втроем они поехали. И пытались переговорить. Никто не хотел разговаривать. Никто. Все были ожесточены до последней степени. Понимаете? Это тогда было. Но сейчас ситуация не лучше. Понимаете? Поэтому вопрос о решении кризиса чрезвычайно затруднен. Чрезвычайно. Но сейчас ведь стороны говорят о том, что пойдут до конца, потому что Алиев заявил, что нам не нужны половинчатые меры, мы хотим отбить свои земли, как он сказал. Армения, мы видим, проводит всеобщую мобилизацию, и я разговаривал с советником Пашиняна, бывшим министром обороны, он сказал, мы готовимся к долгой полномасштабной войне и будем идти до конца. То есть вопрос диалога, урегулирования, опять же, тоже не стоит. То есть будут биться насмерть, я так понимаю. Или это все-таки риторика больше? Вы знаете, если бывший министр говорит, то едва ли это риторика, потому что ему на кого направлять? То есть он уже говорит как эксперт, как знаток этой кухни. Я думаю, что война может быть. И насколько она будет затяжной, другой вопрос. Я бы хотел заметить то, что здесь за спиной Азербайджана стоит Турция, и она это официально, так сказать, объявила, во всяком случае, на уровне политическом. Ну, имеется, значит, сообщение неофициальное, непроверенное еще о том, что на территории Сирии, где имеется тюркское население, из-за которого в Сирии, значит, вся эта, так сказать, турецкая сделка с Россией, кстати, имела место, и которые турки говорят, что они защищают свое, так сказать, тюркское, родственников по языку, по культуре, что там происходит мобилизация, ну не мобилизация, а наемников, вербовка наемников для дальнейшей переправки в Азербайджан. Но некоторые уже сообщают о том, что турецкие войска участвуют. Турецкая техника, несомненно, там, представлена в этих боевых действиях. Ну, кто сидит за рулем, это хороший вопрос. Но беспилотник управляется, так сказать, по компьютеру. Это мы не знаем, кто там за компьютером сидит. Но в любом случае турецкое, хотя бы техническое участие уже чувствуется. А Россия? Вот. Потому что ведь Армения член ОДКБ, и, соответственно, нападение на члена ОДКБ приравнивается к нападению на ОДКБ. Обычно так работают эти договоры, и НАТО по этому же принципу. И получается, что страна НАТО – Турция, и страна ОДКБ – сходятся в открытом конфликте фактически. Хотя вот с позиции России непонятно, она и с теми, и с теми старается сейчас разговаривать. Да, со стороны России не было очень сильных заявлений, что интересно, не было очень сильных заявлений. Но лично Путин так не выступил, понимаете. Ну, Путин поговорил с Пашиняном. Да, но он так железнобетонно не выступил перед всем миром. Так что, видимо, там еще и прикидывает, как себе поступать, как поступать. Но дело в том, что... Понимаете, я думаю, что здесь имеется какой-то такой... Один журналист очень метко написал, что Турция встает с колен, при этом, значит, опрокидывая Россию. Такой, как будто неуклюже. Ну, это заклятые друзья Путина и Эрдоган, как мы видим. Да, понимаете, дело в том, что я думаю, что... И Россия прикидывает, как быть с Турцией. Потому что Турция совершенно явно, и Эрдоган сейчас, в общем-то, пытается поддержать свой имидж на внешнеполитической арене, прежде всего, потому что турецкая ситуация, ну, по понятным причинам, экономическая ситуация идет вниз. Население недовольно ухудшившимся, так сказать, доходами, уменьшившимся. Ну, туристический бизнес, на который был большие, колоссальные ставки были поставлены, инвестиции местные и так далее. Это все из-за ковида чихает и не работает.
экономика идет вниз, война тоже требует своего, так что тоже это не шутки. Но сейчас Эрдоган ввязался, понимаете, по конфронтации, кстати, косвенно с Россией и в Северной Африке, и в Ливии. И надо сказать, что Россия держит там некоторую дистанцию. Хотя Эрдоган, ну, свои войска продвигает и свою линию, значит, выигрывает. Так выглядит, что выигрывает. Сейчас новый фронт появился, значит, Карабах. Ясно, что он будет хотеть выиграть и здесь. И не допустит того, что Армения на сей раз окажется ловчее Азербайджана. Ну, России с точки зрения имиджа Путина выгодно что, учитывая, что такого, я даже обратил внимание по комментаторам в Фейсбуке, это, конечно, не тот срез общества, но когда люди, которые очень любят Путина, они часто реагируют, когда понимают, ну, где ему хорошо, а здесь нет четкой позиции, они не понимают, за кого топить, если так говорить языком. Ну, вся проблема в том, что, понимаете, вот здесь сталкивается, так сказать, древняя история очень. Это Российская империя и Османская империя. Если мы говорим о неоосманизме, которым, так сказать, заболел Эрдоган, то это Османская империя с Российской империей. В 19 веке Россия стабильно побеждала Османскую империю, но не так-то было в 17 веке, когда Османская империя часто, понимаете, брала верх. Но с Турцией здесь в один момент чуть не начали серьезную заварушку после сбитого самолета. Да-да-да. Но смотрите, вот удивительно, как и это же была большая интрига. Ну, сейчас будет Россия с Турцией сцепиться. А нет, вот тонкая дипломатия. И Путин очень ловко выходил из всякого, всякой такой ситуации, когда думали, ну, сейчас будет. Или Эрдоган. Как-то они всегда договаривались. Но они договаривались, понимаете, на иной почве. Ну, что там Сирия? Ну, Сирия для России, Сирия для Турции – это чужая территория, они там, у них там свои интересы. Там, в России там базы, у Турции там тюрки, курды, которые их интересуют, которые мало волнуют России. Хорошо, об этом можно договориться. Но здесь происходит некое вторжение Османской империи в Российскую империю, потому что ясно, что Армения и даже Азербайджан в какой-то степени являются все-таки сферой влияния России по традиции. То есть Российская империя исторически ближе. Да. И здесь, я думаю, что разговор может быть более жестким. Вот я слышал такую точку зрения, что Путин не реагирует до того момента, пока Азербайджан не атакует Армению на территории Армении. То есть, пока они в районе непризнанной республики Карабах, это вроде как нет нарушения, формального нарушения границы ДКБ. Это абсолютно верно, потому что Карабах, как вы понимаете, в общем-то, не имеет никакого международного статуса. То есть, это спорная территория, это формально она принадлежит Азербайджану. Да, там живут армяне, но это другая история. То есть, с формальной юридической точки зрения здесь ничего нет. Такого, с какой связи Россия должна там, понимать, как-то реагировать. Ну, идет спор между двумя там, государствами, народами. Пускай они там разбираются сами пока что. Но не случайно Пашинян в этой самой риторике, военной риторике, говорит, что произошло нападение на армянский народ. То есть он связывает это дело с нападением с на Арменией. Страну. Да, как будто бы напали на Армению. И тогда она уже имеет право обратиться к России за помощью. Ну, юридическое. Так что здесь это, конечно, несомненно, да. У нас звонок, надевайте наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса. Да, Лариса. Вы знаете, непонятно поведение французского президента. Он поддерживал Армению. Во Франции всегда было очень много армян. Вместо того, чтобы заняться проблемой Карабаха, он почему-то ездит по Прибалтике и занимается проблемами Белоруссии. Вот чем это объяснить? Почему он вдруг вот так повернулся? Спасибо. Спасибо. Ну, кстати, Макрон в Латвии сегодня, приезжает сегодня в Ригу. Макрон отвернулся от армян? Ну, я думаю, что нет, что он не отвернулся. Но дело в том, что, понимаете, зная политический, так сказать, дипломатический протокол, он имеет большую инерцию. То есть мгновенно, ну, война ведется там на третий день сегодня.
еще день не кончился. А Беларусь уже больше 50. А? Беларусь на повестке дня уже больше 50. Ну да, а Беларусь уже там этот котел варится сколько. Поэтому это понятно, что он не так быстро может отреагировать, и почему он должен быть затычкой в любой бочке. Но в любом случае, я думаю, что реакции будет. Он сегодня, видимо, сделает какое-то заявление, потому что иначе, думаю, что... Ну, иначе быть не может. Но если говорить о том, к чему стремятся стороны, если так очень схематично посмотреть на ситуацию, для Азербайджана важно отбить Карабах и его взять под свой контроль. Для Армении что важно в этой истории? Как стороны будут определять победителей в этой войне? Есть ли какие-то критерии? Понимаете, критерии тут несколько критериев. Дело в том, что Карабах тоже состоит из отдельных регионов. Потом имеется, так сказать, так же, как в Израиле, имеется оккупированная территория, помимо Карабаха. То есть армянские позиции, они выдвинуты на определенное, так сказать, военно-тактическое расстояние, продиктовано военно-тактическими соображениями. Азербайджан эти территории потерял добавочно к Карабаху. Так что я думаю, что для Азербайджана было бы существенно занятие определенных территорий. Но Степанакерт является символом? Вот, Степанакерт флаг это, над Степанакерт. Если они возьмут Степанакерт, то армянского Нагорного Карабаха уже нет. То есть государство Арцах перестает существовать. Это тоже возможно. Еще две недели назад никто не предполагал, что такая цель может быть поставлена. На сегодняшний день, я думаю, что эта цель вполне реальна. Но интересно то, что никто не знает, какова подлинная цель этого наступления со стороны Азербайджана. Мы не знаем. Армянская сторона тут понятна. Они защищаются, они бы хотели защитить все территории, как они есть. По периметру ведутся бои. Совершенно явно Азербайджан захватил примерно, 4-5 анклавов по линии конфронтации, но больше тоже мы не знаем, потому что с обеих сторон идут взаимоисключающие заявления, и что касается, скажем, спутниковых наблюдений и так далее, это пока они еще для широкой публики недоступны. Еще звонок у нас, надевайте наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Бронислав. Да, Бронислав. Не надо забывать, что Армения в прошлой войне с Азербайджаном оккупировала азербайджанскую территорию на границе Армении. И надо забывать, что Иран сотрудничает с Арменией. Не надо забывать и то, что, понимаете, Карабах вошел в состав России с 1813 года по персидско-русскому договору. И это бывшее Карабахское ханство, которое было подчинено Персии, персидскому шаху. И в России, присоединив эту территорию, там во время военных операций погиб хан Карабаха. Его сын был вооружен в качестве уже вассала России, но никогда не простил своего отца. Позже он бежал в Персию. Население там, конечно, было и смешанное, армянское, и тюркское. Но в 1923 году Сталин восстановил старую царскую границу с некоторыми поправками, и он вошел в состав Азербайджана. До этого это было с 1813 года, там это самая граница. Административная принадлежность Карабаха менялась, разные были там названия. И таким образом, когда началась вся эта история в 1988 году, очень интересно, я еще помню в тот момент, была очень интересна заинтересованность Персии, Ирана. И мне это казалось странно. Внутри советское дело, еще Советский Союз был, что там Ирану искать? Нет, Иран уже очень заинтересованно следил за этими событиями.
И да, комментаторы говорят, что Иран поддерживает, ну, не открыто, как Азербайджан, но поддерживает Армению. Армения испокон века находилась в таких тисках между Персией, Персидской, Сасанидской империей и Византийской, и Византией. Ну, когда Византия пала, тогда вместо них появилась Османская империя, и армяне оказались в таких тисках между обеими новыми империями. Так что эта история древняя, и у Ирана, естественно, территориальный исторический интерес сохраняется, и очень возможно, что его как-то и политически имеют в виду. А религиозно? Ведь армяне – это православные, причем древние православные, то есть у них древнейшая православная церковь, а Иран – это шииты, мусульмане, и, в общем-то, а дальше идет суннитская с другой стороны. Ну, в общем, сложная история, но ислам против христианства получается. Я бы немножко поправил, не стал бы называть их православными, потому что армянская церковь, она, понимаете, она относится к так называемому христианскому востоку или христианству Ориента. То есть он не совсем православный, он такой, знаете, вот из так ну, знакомых категориях рассуждать, это между православием и католичеством. Ну, наружно это видно, там, скажем, по одеяниям, там, по убранству церквей, мы видим элементы того и другого. Вот. А что касается теологической или богословской доктрины армянской, то они монофизиты, то есть они отличаются и от католиков, и от православных, которые дефизиты, то есть там есть некоторая особенность такого вот, это восточное христианство по философии и по обрядности тоже. Но религиозный аспект, он все-таки имеет место быть в этом конфликте? Несомненно. Несомненно. И понимаете, все, здесь опять приходится оправдывать армян в том плане, что традиционная исламская диктованная религия, а в исламе религия и государство – это, в общем-то, нераздельная вещь. Религией ислама предполагается, что имеется стопроцентные граждане первого сорта – это мусульмане, потом есть второй сорт. Это так называемый «Ахли Аль-Китаб», то есть люди книги, которые имеют священное писание. Это христиане, это иудеи, это зороастрийцы, у них «Авеста» книга. Но они второй сорт, а потом есть еще и третий сорт. Вот. Так что армяне всегда себя чувствовали вторым сортом. Под исламским турецким владычеством, это уже наложил свой отпечаток на их отношения к туркам. Ведь, опять же, отношения с Турцией, Ататюрк, он же за светское государство выступал, а Эрдоган, получается, отходит от канонов, которые закладывал Ататюрк, и он, в общем-то, собор Святой Софии сделал мечетью, и это стало таким резонансным событием. Получается, Турция идет по пути такой более жесткой исламизации сейчас. Вы совершенно верно. Понимаете, здесь я бы сказал, что трагедия Ататюрка заключается в том, что, понимаете, он, его кумиром была Франция. И он пытался из последних сил и очень, я бы сказал, успешно, но иногда и мелочно, вестернизировать Турцию, то есть модернизировать ее. Он даже разъезжал по стране, учил новый алфавит народу. Ну, это, конечно, было не без пиара, но тем не менее он это делал. Он запретил все эти фески, всякую восточную эту атрибутику такую, запретил дервишские ордена, то есть мистическое братство вот, ислама. Он боролся с исламом. Но, и, понимаете, он мог побороть с точки зрения институциональной, что он довольно успешно сделал, и установил диктатуру армии, которая, в общем, всегда прагматична во всех странах. Она там, хорошо, мы мусульмане, но вот есть обычная, так сказать, как бы и национальность религиозная, да? А другое дело, значит, там, как я соблюдаю, это уже, пожалуйста, это дело личное, как я соблюдаю религиозные предписания. И таким образом Турция была, она была и светской в значительной степени из-за
насилие военной элиты. Но где-то в последние два десятилетия, или, может быть, даже одно десятилетие прошлого века, то есть 20 века, и в Турции, в центральной части Турции появляется, понимаете, вот такая вот новая религиозная элита. Гюлен, небезызвестный, значит, оппозиционер, выступил в качестве ее лидера. Это был проповедник. Проповедник, который в какой-то степени взял на вооружение какую-то смесь иезуитской и протестантской этики. Иезуитская заключается в том, что иезуиты, их главное, так сказать, орудие было из образования. Протестантизм, значит, протестантизм видел в религиозности главное не в исполнении религиозных обрядов, а твой труд. Как ты работаешь? Если ты успешный в своем бизнесе или в своем ремесле, то Бог тебя любит. То ты, значит, с Богом находишься, так сказать, в диалоге. Это было протестантское. Вот эти две вещи Гюлен скомбинировал и призывал к такому особому джихаду, святой войне, в которой мусульманин, турок, показывает, что он лучше. Там есть какой-то христианин, оба работают вместе, но турок впереди него. Да. Значит, вот такой вот. И он налаживал систему образования. Образование, где учились и турки, и не турки, и мусульмане, и не мусульмане. Остальные, которые не мусульмане, просто видя по примеру мусульман, которые ведут себя как надо, значит, понимают, что они лучше. И мы хотим быть такими же, как они. Таким образом, то есть миссия некая, значит, увеличение, укрепление ислама. Это его позиция. Эрдоган тоже принадлежал к этой самой элите, которая возникла в центре Турции. То есть успех на почве ислама, на почве религиозного такого рвения. И вот сегодняшняя элита Турции – это вот это. Она, конечно, слилась со старой элитой, и поэтому у Эрдогана возник сейчас некий конфликт с Гюленом. Люди, которые остались верны Гюлену, говорят, что он сделался коррупционером, что он, у него произошла смычка, значит, со старой богатой элитой, что, возможно, политическая комбинация дело сложная. Вот. И таким образом у власти сейчас такая религиозная, близкая к братьям-мусульманам, религиозная такая элита, которая в Европе очень не понравилась, поэтому Турция не стала членом Европейского Союза. Это причина. Так что да, вы правы. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Профессор, востоковед Леон Тайванс был гостем нашей программы сегодня. Спасибо вам большое, всего доброго. Всего хорошего.